Здравствуй, как поживаешь? Мужики, я... Ты с напарниками взял в долг значительную сумму моего босса, и в свете последних событий он опасается, что вы долг не вернете. Он хочет встретиться завтра. Дружков своих не забудь. Джерри велел всем прийти. Любители! Нет, он велел прийти всем, кроме черных. Да, он велел прийти всем. Привет. Простите за опоздание. Мафиоза! Пробки. Вы мне должны 400 кусков. Я готов предложить вам сделку. Какую? Вам надо взять одного крысеныша. Продержать его у себя одни сутки. Мы не преступники. Если провернете... Прощу вам долг. Проверь, как там Маркес. Сам проверь. Маркес! ФБР. Похитили племянника босса черной группировки. Издеваешься? Синдикат. Извлечен из этого урок. Кому-то придется за это заплатить. Что ж за день такой? Что с тобой такое? Это успокоительное, я в норме. Отлично. Он под кайфом. Они решили прыгнуть выше головы. Ты нас подставил. Профессиональный риск. Ты знал, кто он такой? А значит, все вы в полной жопе. Это им не по зубам. Пойдем в полицию, попросим нас защитить. Где Маркес Флеминг? Не знаю! Что-то ты знаешь. Блин, простите, оплошал. Хреново мне. Преступление. Кое-что случилось, Эдди. Для преступников вы сделаете в точности то, что я вам велю. Так, заканчиваем. Это моя пушка? Час от часу не легче. Преступная деятельность.